На НТВ уже должны с осторожностью приглашать Салтыкову в эфир, обсуждают комментаторы в сети. Только недавно все обсуждали историю с участием Ирины Салтыковой и жюри шоу «Суперстар». Тогда, напомним, певица разнесла судей проекта. Салтыковой показалось некорректным поведение звезд, которые решали судьбу участников телепрограммы канала НТВ. Впрочем, многие в тот момент поддержали исполнительницу. Дело в том, что члены жюри задавали вопросы Ирине про ее бывшего мужа Виктора Салтыкова, расставание с которым, напомним, тяжело далось вокалистке. На этот раз под гнев Ирины попал врач с 24-летним стажем, который заявил в студии телепрограммы «Звезды сошлись», что Салтыкова якобы не раз прибегала к пластической хирургии. Специалист предположил, что знаменитости делали блефаропластику, операцию по изменению формы век, разреза глаз, а также круговую эндоскопическую подтяжку лица и нитевой лифтинг. Салтыкова сразу же сорвалась, устроив некрасивый скандал. «Ты совсем чокнулся? Ты совсем ку-ку? Найди шрам, иди сюда!» – возмутилась певица. Врач действительно осмотрел Салтыкову и нашел у нее за ухом небольшой рубец. Эксперт посчитал его достаточным доказательством своей правоты о том, что Ирина перенесла пластическую операцию. Салтыкова же еще сильнее разбушевалась. «Ты больной человек, идиот какой-то. Ненормальный вообще», — повысила голос Салтыкова. Отметим, что в том же самом выпуске шоу «Звезды сошлись» актриса Алла Юганова вспомнила о том, как на нее напал с холодным оружием преступник и испортил лицо. «Он прижал меня к стене и ударил ножом, еще и подковырнул. Я сильно повернула голову, и второй удар», — делилась жуткими подробностями своей истории Алла. Тогда только грамотный пластический хирург смог спасти внешность звезды,